Синий мост через реку Мойку располагается перед Мариинским дворцом. Это самый широкий мост Санкт-Петербурга. Его можно с полным основанием считать и мостом-невидимкой, ведь он воспринимается просто как продолжение Исаакиевской площади. Поэтому его еще часто называют мостом-площадью. Конечно, сначала Синий мост был совсем не таким, как сегодня. В 1737 году Герман ван Болис по своему проекту возвел здесь деревянный подъемный мост. Герман ван Болис – голландский разных художеств мастер. Главный специалист молодого Петербурга по возведению куполов и шпилей. Он также строил подъемные и раздвижные мосты, водяные и ветряные мельницы, шлюзы. Основные работы – шпили Адмиралтейства, шпили Петропавловского собора, Исаакиевской и Семеновской церквей, подъемные разводные мосты через Мойку, Зеленый и Красный, перестройка Аничкова моста. Возведенный ван Болисом мост был назван синим по своей ярко-синей окраске. Его братья-близнецы, выкрашенные в другие цвета, получили имена белый, позже измененные на красный, и зеленый. Во второй половине 18-го, начале 19 веков мост перестраивался еще дважды. В это же время предмостная площадь стала своеобразной городской биржей труда. В поисках работы и нанимателей здесь собирались плотники, каменщики, маляры, садовники, кормилицы. Здесь же шла торговля и крепостными, отчего горожане и прозвали это место «рабьим рынком». Правда, еще Екатерина II запретила употребление молоточка на аукционах при продаже крепостных, а ее внук Александр I запретил печатать в газетах объявления о продаже людей, после чего продажа стала именоваться в газетах «отдачей в служение». В начале 1840-х годов на Исаакиевской площади развернулось строительство Мариинского дворца. По приказу Николая I его возводил архитектор Андрей Штекеншнейдер. Император решил подарить этот дворец своей дочери, великой княжне Марии, на ее свадьбу с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским. В связи с постройкой Мариинского дворца было решено расширить и мост. С тех пор Синий мост и является частью Исаакиевской площади и имеет свою современную рекордную ширину – 97 с лишним метров, что в 3 раза больше его длины. Внешний облик Синего моста остается неизменным с конца 19 столетия. Узор его чугунных перил, как и прежде, повторяет рисунок решеток набережной Мойки в этом месте. В 1971 году рядом с мостом появилась новая, небольшая, но очень важная для Петербурга деталь. Это футшток, водомерный пост, врезанный в гранитную облицовку набережной Мойки. Он представляет из себя 4-гранный гранитный обелиск, увенчанный трезубцем Нептуна. Нижняя часть футштока уходит в воду, а отметки на гранях показывают уровень подъема воды в данный момент. По бронзовым пояскам можно увидеть, как высоко поднималась Невская вода во время крупнейших городских наводнений 1824-го, 1903-го, 24-го, 55-го и 67-го годов. Любуясь с Синего моста великолепием Исаакиевского собора и памятником Николаю I, не забудьте, что и стоите вы на месте достопримечательном, самом широком мосту Петербурга.